Всем привет! Это полный апгрейд. Пришло время совершить экскурсию в мир удивительных изобретений и высоких технологий. Сегодня в выпуске. Умный чемодан для заядлых путешественников. Художник проживет месяц в виртуальной реальности. Американские полицейские получат реактивные ранцы. Новый чемодан Blue Smart – самый технологичный из ныне существующих. Благодаря встроенному GPS-навигатору, его владельцы всегда будут знать его точное местоположение. А встроенный аккумулятор поможет подзарядить мобильные гаджеты прямо в дороге. Blue Smart имеет функцию защиты от воровства. Смартфон будет постоянно следить за расстоянием между чемоданом и его владельцем. Еще одна умная функция чемодана – его встроенные весы. Путешественник сможет контролировать, сколько весят вещи, которые он хочет взять в дорогу. Разработчики собрали на выпуск чудо-чемодан на более миллиона долларов. Выпуск начнется в августе 2015 года. Британский художник Марк Фарид решил провести над собой эксперимент. В течение месяца он будет носить шлем виртуальной реальности, переживая все моменты жизни другого человека. Все это время он проведет в квартире, где присутствуют только кровать и санузел. Эксперимент будет демонстрироваться в прямом эфире одного из британских телеканалов. Марк не будет общаться ни с кем, кроме психолога. Он проследит за психическим и физическим здоровьем пациента. Чем закончится эксперимент, не знает никто. Авторы хотят узнать, начнет ли главный герой приспосабливаться к жизни в чужой реальности или нет. Американские полицейские, пожарные и военные получат в пользование реактивные ранцы. Новозеландская компания Martin Aircraft нашла в Штатах партнера, который поможет ей стать первым в мире производителем коммерческих джетпаков. Нынешняя версия является 12-м по счету прототипом с момента начала работы над джетпаком более 30 лет назад. Устройство может развивать максимальную скорость 74 км в час, преодолевая на полном баке расстояние около 30 км в течение 30 минут. Его максимальная грузоподъемность составляет 20 килограммов, а высота полета 1000 метров. Управление джетпаком осуществляется с помощью джойстиков. Это все на сегодня. Увидимся через неделю.